В минувшие выходные на базе городского физкультурно-оздоровительного комплекса прошел турнир по одному из самых жестких и бескомпромиссных видов карате – киокусин. Соревнования, организованные ярцевским спортивным клубом «Торнадо» при поддержке союза «Киокусин Будо Карате», собрали на одном татаме более полусотни юных спортсменов из Ярцева, Санкт-Петербурга и Гатчины. Стоит отметить, что масштаб состязаний оказался настолько широким, что проводились они не в один, а в целых два дня – субботу и воскресенье. Все вот это, то, что сегодня происходит, это благодаря родителям, благодаря руководителю нашей организации Шихану Анискину Владимиру Михайловичу. Если бы не вот работа в этой дружной бы команде, то сегодня, может быть, и соревнований вот этих не было. Все было сообща, все было, скажем так, старались делать на уровне. И сегодня все-таки вот мы дошли до того, что сделали здесь, в городе Ярцево, первое первенство Смоленской области по карате кюкусин. Первый день соревнований отвели для самых маленьких. На татами выходили спортсмены от 8 до 12 лет. Впрочем, страсти в этих поединках было ничуть не меньше, чем у бойцов постарше. Завтра у меня будет бой, и цель – победить соперника. Победить максимально первыми ударами. Вообще, расскажи немножко о тех секретах, которые помогают побеждать. Главное, именно в карате и киокусинке. Надо выходить, не боясь, и быть уверенным в себе, что ты сможешь победить. Просто нужно успокоиться, взять себя в руки и показать все, чему ты научился во время подготовки к соревнованиям. Судейство будет проходить рефери и 4 угловых судьи. Дети будут драться с ограничениями до 12 лет. С 12 лет у них там уже есть... уже послабления, например, разрешены там некоторые удары ногами в голову. И 16 лет – это уже без ограничений. Правила у спортсменов постарше действительно оказались жестче. Впрочем, эти обстоятельства, похоже, участников соревнований отнюдь не пугали. К чести наших питерских друзей, они привезли к нам не только целый автобус юных каратистов, но и бригаду опытных рефери и даже своего собственного врача. Надо сказать, что союз «Киокусин Будо Карате» имеет несколько филиалов по всей России, и ярцевский клуб «Торнадо» – один из них. Хотел бы поблагодарить город Ярцево, всех жителей, также руководителя Глазова Сергея Владимировича за приглашение. Мы очень рады, спасибо огромное всем. После подведения итогов всех победителей и призеров торжественно наградили дипломами, медалями и кубками. А общий настрой соревнований оказался необычайно позитивным и доброжелательным.